Эти знаки зодиака внезапно разбогатеют уже в ближайшие дни. Гороскоп на ближайшие дни расскажет о трех знаках зодиака, которым сильно повезет в сфере финансов. Некоторым из них звезды обещают новые источники дохода и быстрое обогащение. А кто эти везунчики, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак – Телец. По прогнозу астрологов, в это время тельцы могут почувствовать усиление финансовой стабильности. Возможно, вы получите неожиданную финансовую выгоду или обнаружите новые источники прибыли. Используйте эту возможность с умом и обратите внимание на свои инвестиции, которые могут обеспечить вам безбедное существование. Второй знак – Скорпион. На этой неделе скорпионы могут столкнуться с некоторыми важными изменениями в жизни. Астрологи рекомендуют вам быть открытыми для новых возможностей и готовыми приспосабливаться к новым обстоятельствам. Такой обдуманный подход может принести вам рост и прогресс в вашей жизни, в том числе, финансовой. Третий знак – Стрелец. Конец недели может стать прекрасным временем для саморазвития и получения новых знаний для стрельцов. Астрологи советуют рассмотреть возможности для изучения новой отрасли или принять участие в семинарах и тренингах. Постоянная учеба поможет вам расширить свои горизонты и достичь новых высот и улучшить свое материальное положение.